Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш обзор рынка, безиндикаторный анализ основных валютных пар. С вами Кирилл Рудович. Я напомню, что вы можете задавать ваши вопросы в чат. Он для этого и создан. Пишите все ваши вопросы. Я вижу, читаю, стараюсь давать ответы на все ваши вопросы, которые вы задаете в чате. Для того, чтобы вам задать вопрос, надо авторизоваться в личном кабинете, ввести логин и пароль на сайте Альпари. Ну, а для тех, у кого нет пока еще своего личного кабинета, я бы советовал его зарегистрировать, потому что вам это понадобится. Начнем мы наш обзор, как обычно, с разбора календаря экономических событий. Посмотрим, что же там на сегодня, какая статистика запланирована, какие новости, что может как-то повлиять на нашу торговлю. И потом мы переключимся в торговый терминал, посмотрим наши сделки, посмотрим возможности, может, найдем еще какие-то варианты для того, чтобы заработать немножко денег. Итак, давайте тогда переключимся на календарь экономических событий. Сегодня у нас пятница, я напомню, это конец текущей торговой недели. Уже неделя плавно выходит на свою финишную прямую, заканчивается. Вот, обычно пятница – это такой день, знаете, у кого-то уже расслабленный, но на рынке в этот день расслабляться ни в коем случае нельзя, могут быть, конечно же, неожиданности. В 15.30 мы ждем статистику по Канаде, индекс потребительских цен, она же инфляция, плюс базовая инфляция, за различный промежуток времени, за июль, в годовом, месячном исчислении и так далее. А почему важно? Потому что у меня открыта сделка по канадскому доллару, поэтому я тоже слежу за этими новостями и жду, конечно же, хороших новостей в свою сторону. Вот. И сегодня еще на 17.15 запланировано выступление представителя ФРС Каплана, плюс отчет по активным нефтяным платформам в США. Это тоже будет влиять и на канадский, на курс нефти, и на курс канадского доллара в том числе. Поэтому довольно интересные новости. И давайте посмотрим сразу же, не отходя, статистику на понедельник и вторник. Новости, точнее, понедельник, как обычно, очень вялый, вторник разогрев, а вот среда уже, среда, четверг, как правило, такие, знаете, дни интересные. Вот, давайте сейчас переключимся пока в торговый терминал. Сделка открыта в продаже по паре доллар-канадский доллар. Доллар США, канадский доллар. Туда она, собственно, и открыта вниз еще вчера, да, я показывал возможности, но мы плавно дойдем и до канадского доллара. Давайте сейчас поговорим о евро-долларе, да? Евро-доллар, какие здесь у нас есть перспективы, возможности, что мы можем здесь делать. Итак, по евро-доллару я здесь показывал, да, возможный откат к уровню 1.1732, уход дальше. Скажу честно, сейчас по евро-доллару какой-то особой хорошей активности я не вижу. Те сделки, которые сейчас проявляются, ну, как-то они размазаны, я не вижу конкретики. Мне очень тяжело судить по ним. Единственное, что могу сказать, вот обратите внимание на что? На вчерашнее закрытие. Я говорил, что если вчера мы закроемся хотя бы близким, либо к выше, ниже к уровню, тогда мы ждем отката и в продаже. Как видите, пока закрытия как такового нет и напоминает что? Напоминает удержание уровня 1.17, по сути. 1.17 уровень, ну, чуточку повыше. Вы видите, что цена начинает на нем здесь консолидироваться. То есть, смотрите, четверг, среда, вторник, да, то есть уже сколько, практически вся неделя на этом уровне торгуется по евро-доллару и никуда цена не уходит. Очень высока вероятность, что все-таки по евро-доллару глобально может продолжиться восходящая тенденция, глобально может продолжиться восходящий тренд. Это если смотреть такие долгосрочные сделки, ну, либо хотя бы среднесрочные. Можем глянуть даже недельный график, что же у нас здесь в рамках недельного графика. Ну, видим, прошлая неделя вниз ушли, но не пошли, текущая неделя. А если текущая неделя закроется так же, либо чуточку повыше, тогда можно сказать, что вот эти разворотные паттерны, они отменяются, и мы продолжим двигаться наверх. Но пока я придерживаюсь именно такой точки зрения, несмотря на то, что, скажем, локально сейчас на этом уровне, если честно, как говорится, знаете, как говорят, творится хаос и полная неразбериха, ну, лично для меня. Поэтому по евро-доллару пока только такой среднесрочный прогноз, краткосрочного прогноза нет. И, ну, на мой взгляд,
лучший вариант в такие ситуации просто обходить стороной, если они непонятны, зачем здесь что-то кому-то доказывать, пытаться что-то кому-то доказать. Давайте дальше посмотрим доллар США, швейцарский франк. Но по франку мы видим обратную картину. Я говорил, что возможно мы продолжим там по франку двигаться наверх, по евро вниз. Но обратите внимание, что франк снижается, а вчерашнее снижение, текущее снижение. А причем здесь есть у нас такая явная, скажем, планка, отметка, куда, скорее всего, пока франк и нацелился. Ну, лично мое мнение, я думаю, что где-то здесь один уровень. Плюс есть у нас еще один уровень вот здесь. Ну, я больше склонен как бы 0.9619 этому уровню доверять, следовать. Смотрите, что мы имеем сейчас, да, по этому уровню. Я не могу сказать, что здесь было такое уверенное пробитие, но цена все же закрепляется ниже этого уровня, и вероятнее всего по франку можно ожидать все-таки движения вниз. Если чуточку подкорректировать на то, что у нас есть сейчас, то это где-то такая картинка получается. И здесь сразу же у нас по франку мы, как говорится, видим... Ой, удалилась, да, убежала. Хотела лишнее удалить. Вот примерно вот так наш уровень будет выглядеть. Если мы его подкорректируем, мы видим, да, что цена здесь пыталась раз от этого уровня уйти, второй раз. И я думаю, что все же цена продолжит двигаться вниз. Ну вот как раз таки, видите, наш уровень очень красиво, гармонично связан, скажем, с прошлыми ценами, да, более чем гармонично, поэтому, собственно, нет оснований не доверять этому уровню. И в случае, только в том случае, если вдруг цена пробьет этот уровень наверх, закроется выше, тогда можно будет говорить о покупках, но пока я не уверен, что такое произойдет, такая ситуация, я думаю, что все же по валютной паре доллар-франк стоит ожидать дальнейшего ухода вниз. Дальше давайте посмотрим. Британский фунт, доллар США. Что сейчас по фунту? Но обратите внимание, помните прошлый уровень? Я говорил, да, что от этого уровня какие-то покупки могут быть. 1.2878 сейчас уровень. И смотрите, цена как раз на этом уровне. Я думаю, что сейчас, если рассматривать сделки по британскому фунту, то стоит пока смотреть наверх. Я думаю, как раз... А вот именно тот момент, когда сейчас от этого уровня цена будет двигаться уже наверх, когда цена будет уходить наверх. Но пока смотрится именно таким образом, да, сценарий развития событий, видите, какова реакция цены, мы можем попробовать зайти сейчас. Ну, вот по британскому фунту можем попробовать зайти просто индикативной сделкой для проверки своих собственных наблюдений. Минимальный объем. У нас уже одна сделка у меня открыта по канадскому доллару, просто не хочется перегружать счет, да? Это заход, ну, по сути, сейчас цена прямо на уровне, здесь у нас сколько получается, около 17, учитывая волатильность фунта, я думаю, что это где-то здесь около 24 пунктов стоп-лосс у нас. Ну, а по целям, конечно же, здесь цели грандиозные, иногда, знаете, как говорят, наполеоновские планы, наполеоновские цели. Я думаю, что мы можем все-таки восстановиться где-то к уровню 1.2950. То есть здесь около 70 пунктов, ну, 1:3 соотношение в случае успеха нас ожидает. Пока по британскому фунту у меня лично такое мнение, но, конечно же, надо следить за рынком. Мы видим, что ну, цена может здесь подниматься, да, может, собственно, просто соскользнуть резко вниз и улететь дальше. Ну, я пока рассчитываю на первый вариант, на тот вариант, что цена все же развернется на этом уровне, и все же мы увидим разворот и движение наверх, все-таки мы увидим восходящий тренд. Хотя и видим, что цена пока здесь на этом уровне борется, да, борется, но попробуем расторговать, что нам остается делать-то, да. Дальше. Доллар, японская иена. Если честно, я пока ну, не знаю, да, что тут происходит с японской иеной. Ведет она себя крайне нестабильно, крайне непонятно, неуверенно. И я пока японскую иену не рассматриваю как инструмент для заработка так точно. Еще здесь может сказываться на курс иены
вот эти все, знаете, инвесторские заморочки, там надежный актив, ненадежный актив, убежище, плюс сильная корреляция валютной пары доллар-иена с золотом, и вы наверняка видели ситуацию по золоту, поэтому иену просто вот так вот по рынку швыряет вверх-вниз, да, поэтому пока иена это не самый лучший торговый инструмент для совершения операции, то есть не самая лучшая пара. И ну, я стараюсь ее обходить стороной, пока сделок, как видите, давненько уже не было по иене. А если так посмотреть, то да, мы тут уже была отметка, откуда цена уходила наверх, да, сейчас опять подошла, но смотрите, три дня подряд уже, да, пятница, четверг, среда, мы снижаемся, причем снижаемся так довольно большими темпами, гигантскими темпами. Что бы это значило, что бы это могло означать, да? Цену действительно прижимают, но тут вопрос в чем? Подымет ли иена сейчас голову, да, сможет ли огрызнуться или нет? Ну, я думаю, скорее, что нет, и скорее это снижение продолжится, нежели иена сможет там развернуться и двинуться, собственно, в обратном направлении, хотя краткосрочно, конечно, что-то может и получиться и таким образом. Поэтому пока по иене не трогаем иену, и, естественно, мы по ней никакие здесь сделки не заключаем, не совершаем. Какой бы уровень вы там ни нашли, какой бы силы он там ни был, я советую пока японскую иену исключить из своего списка торговых инструментов. То есть пока очень сильная связь с золотом, и пока золото бросает по рынку, с иеной лучше не связываться. Все уровни сметаются без особых там каких-то усилий и так далее. Дальше, австралийский доллар. Ну вот, как раз таки, видите, австралийский доллар, казалось бы, достиг максимума. 0.7920, это наш уровень, который мы еще вчера с вами определили. Тут есть пока такой скользкий момент. Можно попробовать по австралийцу продажи, но здесь есть даже, ну не то что одно но, да, здесь даже есть несколько но. Я смотрю не только пары, но смотрю и корреляцию, смотрю и доллар сам в принципе. И я думаю, что все же, если и будет какой-то, то это скорее просто откат будет, а не движение вниз по австралийскому доллару. Поэтому пока продаж по австралийскому доллару я не вижу, не наблюдаю. Если что-то и будет, то, скорее всего, что-то незначительное. Можно попробовать поискать точку входа на меньшем таймфрейме, ну, например, там 5-минутный график, да, в случае, если цена все же соизволит уйти пониже, все же соизволит нырнуть. Ну, допустим, не допустим, а вот этот уровень 0.7917. А если цена его пробьет, можно попробовать расторговать его именно на отбой от этого уровня и попробовать взять, как говорится, зайти на ретесте. Ну, то есть мы дожидаемся, когда же цена все же пробьет этот уровень. Это опять же сценарий в случае, если цена действительно будет пробивать уровень, если уровень действительно будет пробиваться, потому что цена, естественно, его может и не пробить. И дальше пока такие вот идеи. Ну, а цели это где-то 0.7890, 0.79. Ну, по сути, как вы видите, здесь не такая большая глобальная цель. И стоит ли распыляться, не знаю. Но в целом для общей тренировки, для анализа, для получения опыта можно попробовать. Но опять же, да, хочу обратить ваше внимание, что это актуальный сценарий только в случае, если цена пробивает этот уровень. И тогда уже на возврате можно будет попробовать зайти. Дальше, новозеландский доллар. Давайте же посмотрим, что у нас здесь с новозеландским долларом. Новозеландский доллар тоже ведет себя достаточно странно. Да? Он то вверх, то вниз. Довольно такое сильное боковое движение, боковой ветер, как я называю. Вот. И вчера буквально 0.73 здесь уровень пробивался, была возможность для покупок, и потом тут же разворот и уход наверх. Сейчас обратите внимание, вот 0.7330, наверное, вот где-то так этот уровень для новозеландского доллара является пока таким своеобразным временным потолком, и ситуация очень похожа, как и с австралийским долларом. Да, вот обратите внимание, здесь так вот, ну, такое ощущение, что рынок вообще как бы сдох. Да, никого нету, и такое чувство, что все пошли по домам, что ли, выключили рынок и пошли по домам. Скажем, уровней, да, и каких-то возможностей, я бы вот этот уровень отметил.
Опять же, можно попробовать, как только его цена пробьет, да, по пробитию данного уровня, попробовать поискать продажи. Очень похожа ситуация, как с австралийским долларом сейчас. Да? Наверняка вы наблюдаете эту картину. Такая на торговка. Но здесь может быть и другой вариант какой. То есть цена просто-напросто уходит наверх, не останавливаясь, не замедляясь, без откатов. Да? Может быть и другой сценарий. Но опять же, для того, чтобы здесь отработал сценарий на продаже, мы делаем следующее. Да? Мы дожидаемся, когда же цена все же пробьет уровень, и как только уровень будет пробит, тогда мы уже принимаемся за дело, тогда мы уже начинаем, собственно, следить за ситуацией, что происходит. Да? То есть до этого момента пока просто фристайл такой. Дальше, канадский доллар. Здесь был вход у нас по уровню, который мы с вами строили на 4-часовом интервале, на 4-часовом таймфрейме. Вот он, собственно, уровень. Это 1.2667, да, практически 1.2670. И еще буквально вчера, по-моему, да, вчера мы выставляли отложенный ордер, по крайней мере, он у меня здесь еще вчера висел, висела эта отложка. Ну, несмотря на то, что здесь такие происходят довольно интересное, там то ускоряется, то замедляется. Я думаю, что на выходе статистики по канадскому доллару все должно образумиться, и где-то к 1.25 я рассчитываю добраться. То есть примерно у меня здесь около 160 пунктов эта цель. Вот, ну 160 пунктов, там 165, будем попробуем, по крайней мере, удержать эту цель, да, я думаю, что должны долететь, на новостях очень быстро подлетим, очень хорошо, ну а пока здесь где-то, ну в районе, наверное, там 15, пунктов 15 только у нас пока цена отошла, ну, по крайней мере, в нашу сторону, и то хорошо. А что хотел бы еще показать, там на 5-минутном графике, если так смотреть, ну, интересная ситуация намечалась, здесь такой, знаете, своеобразный канал, сейчас он расширяется, да, этот канал, вот, но пока ждем развития, я думаю, что как только цена опустится где-то ниже 1.2640, можно сказать, что все станет уже понятно, и наши продажи, скорее всего, возымеют силу, и цена с новой силой, с новыми, скажем, устремлениями, я думаю, что пойдет именно в нашем направлении. Ну, так что пока смотрим именно так. Здесь еще была попытка, знаете, таком на локальном уровне долиться. Вот он, по сути, уровень, если рассматривать. 1.2660, да, ровный уровень. А это в разрезе часа. Можно было еще здесь добавиться. Как раз-таки вот эта свеча давала такую возможность, но уже не стало. Во-первых, пятница, во-вторых, и эта неделя и так ударная получилась. Не хотелось бы в пятницу, в конце недели омрачать результаты свои, да, какой-то там добавкой. Дальше, золото. Обратите внимание, как, да, знаете, такое вот восклицание. Я тоже, когда смотрел, думаю, ну ничего себе. 12.81.90, здесь по факту 12.82 практически был уровень. Ведь цена улетела, потрогала его и снова на максимум. Почти 1300 по золоту, если честно, я думаю, что это еще далеко не потолок, не предел. И по золоту стоит все же ждать еще роста. То есть еще будет рост, еще признаков, по крайней мере, снижения я не обнаружил. Да? То есть пока не обнаружено. Я думаю, что вот эти максимумы, видите, уже цена на максимумах, да, которые здесь были у нас. Ну, я думаю, что 1350 – это та цель, куда сейчас золото собралось двигаться. И я думаю, что ну, никаких, скажем, преград, да, ничего бы, чтобы помешало, я пока не наблюдаю. Я думаю, что мы доберемся действительно до этой отметки 1350. Ну что ж, хорошая цифра, почему нет? Это, можно сказать, как раз-таки, видите, июльские там, начало июля 2016 года, ну вот, скажем, к максимуму, которые были у нас год назад, можем добраться запросто. И давайте заодно посмотрим, что у нас сейчас происходит по серебру. Картинка по серебру тоже, видите, один день уход вниз, казалось бы, уже все решено, но нет. Второй же день сразу же моментальный просто выкуп, да, выкуп вот этих шортов, все, которые были, нависли. И цена устремляется наверх, и вероятность того, что цена все же и дальше будет двигаться наверх, вероятность того, что цена продолжит свое восходящее движение, она крайне высока. Да, поэтому вот, обратите внимание, какое было тестирование уровня только уже с обратной стороны. Да, вот это как раз-таки была
точка для покупок по серебру, но по серебру от всех, скажем, любителей, да, красивых ходов могу предостеречь, что здесь бывают такие случаи. Поэтому пока я лично для себя тоже отодвинул этот инструмент в сторонку. Дальше, доллар, южноафриканский ранд. Ну, по ранду пока вот эта неразбериха, о которой я говорил, продолжается. И, если честно, ну, красивых уровней я для себя здесь не обнаружил, да, возможно, плохо искал, скажете вы, но лично для меня пока сохраняется идея на снижение. Я думаю, что все же пока ранд продолжит свое нисходящее движение, продолжит даунтренд, поэтому пока стоит, если у вас открыты продажи по ранду, то стоит их держать. Где можно было бы неплохо, скажем, зайти, это где-то сейчас. Ну, понятно, да, что уже тут... Да, нет. Как тут мышь поймать? Не подскажете, как можно мышь словить? Вот, примерно уровень. Собственно, 13.28, да, это... Ну, вот здесь, как мы видим, шла борьба. Здесь все стало ясно. Реакция, уход и, собственно, возврат. Ну, очень похоже пока на график по канадскому доллару, в принципе, как 4 часа мы смотрим, да, тоже такая... Тоже сначала подхват, и здесь сейчас, как говорится, повисает вопрос, будет продолжение или не будет, или все же на этом и закончится так, как есть. Вот это такой интересный нюанс, но я думаю, что все же будет продолжение, все же будет уход вниз. Видите, уже время близится к 15 часам, скоро Америка разыграется в полную силу, и это, естественно, тоже должно придать уверенности, либо неуверенности доллару. Ну и доллар-рубль. А рубль вернулся обратно, хотя, смотрите, 58-97 даже были, но просто что-то невероятное, да, можно даже так сказать. Просто что-то анреальное, невероятное, но все это дело закончилось быстро, да, то есть вчера еще немного отыграли, открытие с гэпом, и сейчас торговля там уравновесной цены, то есть равновесная цена сейчас для рубля это где-то 59.40, 59.45, то есть 59 рублей 45 копеек за доллар, это нормальная цена для рубля. Ну, верхняя рамка, верхняя граница 59.73. А что сейчас там по рублю посоветую? Я посоветую по рублю, вот по крайней мере сейчас уже ничего не делать, почему уже, ну, во-первых, время-то, да, тут уже 15 часов, скоро сессия закончится. Во-вторых, во-первых, пятница, в-третьих, во-вторых, понедельник, возможно, такой довольно сильный увесистый гэп, поэтому, ну, по рублю именно сейчас я советую пока вообще ничего не делать, да, ну, оставить, как и оставить. Давайте глянем канадский доллар еще раз, что тут у нас, ну, пока упирается, не хочет пока снижаться, хотя, если честно, я думаю, что, ну, вопрос во времени, я думаю, что мы стоим, в принципе, правильно. Ну, по крайней мере, хотелось бы верить, да? Вот, эти подхваты сейчас, ну, не знаю, да? То есть я думаю, что все равно пока по канадскому доллару давайте его загипнотизируем, да? Давайте канадский доллар все так загипнотизируем, чтобы он двигался вниз, там стрелку себе обозначим и так далее. Да, он пока брыкается. Ну, в любом случае, позиция в плюсе, это хорошо. Ну, если уж цена... улетит там повыше 1.26, я думаю, что где-то, ну вот на этой отметке, где мы были, 1.26, не вижу сколько, 1.2670, ну и здесь уже можно будет признать свое поражение и капитулировать, то есть, ну я, потому что, скорее всего, если сюда долетим, то уже открывается дорога наверх, скорее всего, дальше пойдет все это дело наверх. И по фунту, да, тоже видите, хотя тут, в принципе, ну, 3 пункта против нас пока, но и пока видите, что если здесь будет какая-то торговка, это хорошо бы было, да, но пока, как вы видите, ну, цена здесь так, спорный момент, уход вроде бы. Ну, будем надеяться, что сейчас все это дело развернется, отыграется. Вот даже просто минутный график открыл просто для себя, но может быть иначе. Поэтому и заходили-то небольшим объемом, просто пощупать рынок, потрогать, да, посмотреть, что ж тут-то с фунтом происходит. Хотя в целом, я думаю, что все же, ну, должны мы как бы, ну, как минимум до 1.29, до максимумов, я думаю, мы можем восстановиться. А такой вот обзор на сегодня, на пятницу, на текущую пятницу по основным валютным парам. Напомню, будьте предельно внимательны, собраны, считайте всегда ваши риски, просчитывайте риски и следите за рынком, не упускайте моменты, ждите
выхода новостей, статистики. Готовьтесь к этому. На этом же я на сегодня с вами прощаюсь на текущий день. Наш обзор подошел к своему завершению. Встречаемся с вами в понедельник в это же время в 14:30 по московскому времени. Пожалуйста, подключайтесь и посмотрим, что же получилось с нашими сделками. Да? Удалось ли нам заработать? На этом все. Всем хорошего дня и до встречи в понедельник в это же время.